Здравствуйте, я Дмитрий Викторович Афанасьев. Мы с вами поговорим об использовании электронных сообщений. С одной стороны, институт существует с нами уже давно, но с другой стороны, в судебной практике возникает немало вопросов по этому поводу. И на лекции мы с вами поговорим, в частности, о том, как и каким образом составить оговорку об использовании электронных сообщений. Смотрите про это подробнее на видеоконсультации.